моя страница. Такой действительно размышлизм. Вот о жизни наших правителей. Давайте задумаемся. Сначала один на машине катается, другой тут же на другой машине поехал. Один полетел на самолете, другой со Шварценеггером полетел обниматься. Один поехал доить корову, другой на татами пошел бороться. Один переименует милицию в полицию, другой в батискафе спускается на дно Байкала. Один затевает Сколково, другой играет на рояле тремя пальцами. Один поет, другой танцует. Вы знаете, у меня такое ощущение, что где-то там у себя наверху они втайне от всех играют фанты. Да, а потом отрабатывают это, потому что это священно отработать фант. А мы недоумеваем, в чем дело.